икра из соленых огурцов – замечательная закуска, которая готовится просто и быстро, при этом по вкусу очень похожа на всеми любимую кабачковую икру, это постное блюдо вносит разнообразие в меню. Такая икра отлично подойдет для бутербродов, как дополнение к блинам, рису, макаронам, отварному картофелю, можно также добавлять в икру грибы, морковь, болгарский перец и другие ингредиенты, блюдо очень вкусное, в меру острое и ароматное. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты для приготовления икры из соленых огурцов. Репчатый лук очистите, помойте и мелко нарежьте. Нарезанный лук выложите в сковороду с подсолнечным маслом. Жарьте лук до золотистого цвета. Жду ваших лайков и комментариев. Соленые огурцы натрите на терке. Выложите в сковороду с луком, накройте крышкой и тушите, перемешивая с луком 10 минут. После добавьте измельченный чеснок и томатную пасту. Добавьте сахар, перец по вкусу, налейте 50 мл огуречного рассола, накройте сковороду крышкой и продолжайте тушить огурцы еще 10 минут на среднем огне. Приготовленную массу взбейте блендером до однородной консистенции. Икра из соленых огурцов готова, подавайте на закуску. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Необходимые ингредиенты. Огурец соленый, 2 штуки, крупный, лук репчатый, 1 штука, подсолнечное масло, 30 мл, томатная паста, 1 столовая ложка, чеснок, 1 зубчик, перец черный молотый, по вкусу, сахар, по вкусу, количество порций, 4-5. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Заходите в гости.